Ну а мы встречаем Арсения Федотова, который лидирует по итогам короткой программы, набрав больше 85 баллов. Представляет школу самбо 70, отделение «Хрустальный», тренерскую группу Итери Тутберидзе. Второй день на ледовой площадке Дворца спорта «Мечта» вместе с Арсением Сергей Дудаков. Вестсайская история. Ну что, всего за несколько лет на наших с вами глазах Арсений Федотов учудил вот такую ярчайшую трансформацию из совсем еще юного спортсмена, который покорял сердца любителей ледовых шоу. Постепенно этот фигурист, которому меньше месяца назад исполнилось всего 13 лет, превращается в спортсмена на настоящий момент, фактически не имеющего слабых мест. Только он один на этих соревнованиях в произвольной программе исполнил два разных четверных прыжка. Дополнил это
двумя тройными акселями, причем второй был исполнен уже во второй части программы в каскаде с Ойлером и тройным Сальховым. Также, вы видите, пошли в народ и каскады с акселем 2,5. Это четверной тулуп в исполнении Арсения. Это четверной Сальхов в его же исполнении. Все чисто, все здорово. Это первый тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Это сольный тройной флип. То есть оба акселя в 3,5 идут в каскадах. Вот он, Ойлер и тройной Сальхов. А я бы хотел обратить ваше внимание вот на этот каскад. Ушел в народ каскад с двойным акселем. Тройной луз, двойной аксель и выезд сложный. Еще один тройной луз. Тоже с украшением на выезде. В общем, я получил искреннее удовольствие от катания Арсения. Я думаю, что сейчас не остается сомнений, кто же здесь становится победителем этого турнира. Хотя бы уже загоревшаяся по итогам выступления 13-летнего спортсмена оценка за технику не дает нам возможности сомневаться в том, что Арсений вновь становится первым. Говорю вновь, потому что в этом году он уже успел выиграть открытое первенство Москвы с результатом больше 250 баллов. И сейчас, видимо, сохранит свою лидирующую позицию, которой он добился по итогам короткой программы. Очень приятное впечатление производит этот молодой фигурист. Хорошая программа, точнейшие технические элементы. Ну и все-таки договорю про этот каскад с двойным акселем. Он при условии нахождения в бонусной зоне по базе приносит спортсмену 10,12. Мы об этом сегодня уже упоминали, но это было уже в далеком прошлом. По-моему, даже не соревнованиях ребят, еще у девушек. Итак, 184 балла получает Арсений Федотов. Почти 100 баллов за технику, но и он уверенно выигрывает. Сейчас пытается сдержать улыбку. Сам спортсмен получается сдержать улыбку у традиционно строгого Сергея Дудакова. Но сейчас, да, есть, конечно, повод для поздравления.